Мои многострадальные шиитаки. Полгода я ими не занимался, решил замочить бревна и убедиться, что нет ничего. Но появились грибочки, примордии. То есть бревна пролежали не менее полгода в сыром подвале. После замачивания они пустили грибы. Бревна выдержали порядка 7 плодоношений. Уже трухлявые, сухие, но тем не менее, как оказалось, живые и плодоносящие. Они немножко плохо сформированы. Свет я им не включал до сих пор. То есть шляпка будет коричневая после освещения, когда достаточно освещения. Сейчас шляпка белесая, немножко длинная.